have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Сегодня мы с вами будем пробовать операцию танго. Очень необычная менюшка, первый раз такое вижу. Тут у нас прям реально два курсора. Файт! Как только мы наводимся, начинается выбор персонажа. Мы сейчас будем смотреть и выбирать, кому что больше нравится. Итак, у нас выбор-то небольшой. У нас есть бездушный чувак или кучерявая тетенька. Сейчас будем смотреть, кто из них лучше. Вообще, кто тебе больше нравится? Чувак с крутой бородой. Крутой бородой — это у нас Хацкер, который будет сидеть, попивать капучино и отправлять, взламывать всякие даты. Так, и Agent, почему-то Agent Angel. Agent Angel. Это ее имя. Я понимаю, но это очень, не очень. Ладно, Хацкера вообще Алистер зовут. На секундочку. С Флемингом у меня проблем нет, но Алистер... Я понимаю, что это имя такое, что оно встречается, но, блин... Ладно, хорошо. Так. Ну хорошо, кем ты будешь? Экшонием или Хацкером? Давай Хацкером. Нет, Экшони, да, Экшони. Иди за Экшони, я тогда побуду за Хацкером. А если один нажмет старт, оно начнется? Ну, тыкай. Ха-ха! Да, ну, нужно даже два согласия для того, чтобы просто начать операцию. Контрагенты. Короче, есть вот такой вот датчанин, который все приобретает на своем пути. Он пересек черту, украл генную карту, чем там угрожает сейчас. Vandenberg is out of the country on a business trip. Сегодня он свалил страны на поездку. Ага, мы должны проникнуть в многоэтажку и забрать этот генокод вируса. Ох, я косячить буду. Все косячить будем? Мы с тобой лучшая команда в мире. Нет, командные игры. Вы уже знаете. Так, хорошо. Ага, нельзя видеть экран друг друга, понятно, только на вербальной коммуникации, понятно. Да. Я буду говорить очень Не медленно. Надо. Хватит. Я все понимаю. Готов. А что за лаги? Что за баги? Стой. Вы что? Так, хорошо, помогите вашему партнеру вломиться в дом. А я... Force access, давай. Surveillance. Так, я тебя вижу. Ты где? Есть. Мне так нравится моя музычка. Вид-то какой красивый. Почему ты снег? Стой. А можешь на другой фон какой-то? Мне этот не нравится. На. Да, вот так вот лучше. Так, а мы едем в пентхаус, да, мы едем в пентхаус, ну хорошо. Медленно очень едем. Я могу рот слушать. Ну ты жаловался, что медленно едем, я тебя остановил. Хоу-хоу-хоу. Так, мы приехали. Открыть двери. Так. Сейчас, выйти из этой менюшки. Какие тут крутые шарики. Стой, погоди. Я годила. Я тебя вижу, но... Я тебя только по секьюрити камере вижу. Так, escape, отлично. Стой. А, что у нас тут интересненького? Так, тут что-то заблокировано. Эта камера записывает, если что. Так, минуточку. Ну, хорошо. Uh,
No ice. 33. Стой. Есть. Я могу только вверх-вниз делать, да? Я только вправо-влево. Нет. Ну не надо, ну ты... Да ну прекрати. Прекрати. Что я делаю? Прекрати. Я вообще не двигаюсь. Она сама. Молодец. Зажми наверх. Чего я-то сразу? Ты думаешь, я умею вверх? О, а тут надо назад. Так, трудно. Ну сопротивляйся в другую сторону. Ты же видишь паттерн. Сопротивляйся в другую... Ну в другую сторону же! Да я сопротивляюсь. Годи. Можешь не трогать, пожалуйста? Все, я не трогаю. Но это же impossible. Так, стой. Подожди, говори, что ты делаешь. Говори, что ты делаешь. Так, давай направо. Да! Наконец-то. Наконец-таки. Очень близко. Так. And enter the vault's network node. Да-да-да. Так, погоди. Значит, вниз надо пойти. А, это здесь? А я могу приседать? Нет? Network vault это... О-о-о. А где это? А, я понял. Это уже второе. Computer system mainframe vault есть. Как его открыть? Погоди, security system... Интересно, сейчас. Что у тебя сейчас происходит. The two hidden triggers. Нужно потянуть два скрытых. Стой! 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 Вверх! Стой! Иди! Стой! Назад развернись, чуть-чуть развернись. Стой! На полу прямо перед тобой, чуть под левой, под твоей левой рукой находится триггер, который тебе нужно потянуть. Хорошо. Вперед. Направо. Вперед. Стой налево. Иди. Иди, 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 иди. Стой! Направо. Иди чуть-чуть. Чуть, стой, прямо перед тобой. Так, сервис access. Я понял, пока не получится. Подожди. Manually open the vaults to disable the security actions. А как мне это сделать? Мне. Стой, не ходи! А какие там цифры? Блин, стой, не ходи! Там дофига лазеров появилось. Я знаю, где что как. Стой, теперь только слева лазеры. Там а цифры какие-то написаны так. Есть? Ага. На экранах. На экранах цифры написаны есть? Есть там что-то 70. Или нет? Синее 70. Синее 4.6. Не может быть 4.6. Синее 1900. Синее 210, желтое 181. 200. 10. Не так быстро, стой. 200. Стой! Синяя 64. Блин, говорю, не так быстро. С кем я, блин, разговариваю? Так тут лазеры меня поджигают. Сколько? 3600. Так, второй открыли. Хорошо. Что желтое, синее? Блин, я не увидел. Блин, следующий. Как я умер? Тебя обнаружили. Давай еще раз. Так, ну. Теперь сложнее стало, давай скорее. 70, синие, 94, желтые.
Так, не получилось. Давай еще следующую. Так, сейчас. Быстрее только говори, когда подходишь. Быстрее! 185 синие, 192 желтые. 195? 192. Нет, да. Что дальше? Синие 80, желтые 56. А, ну должно сразу мне зеленым показаться. Фу ты, хорошо, давай дальше. Че? Дальше! Синие 205, желтые 193. Блин, я не успеваю две сделать. Синие. А, теперь их стало три. Вообще обалденно. Я без понятия, что ты там делаешь, что я должен делать. Надо быстрее говорить. Так я быстро говорю. Теперь стало три стрелки, теперь это стало невозможно. Быстро. Синие 185, желтые 194. Синие 60, желтые 72, фиолетовые 96. Нет, теперь это, с тремя стрелками это реально уже невозможно. Давай вот эту нижнюю пока что не делаем, делаем только верхнюю. Окей. Быстро, сейчас подходишь. Сколько синие, ну? Синие 205, желтые 187. 187. Ну, 205 было же на месте, игра, успокойся, пожалуйста. Давай еще раз. Сейчас уйдет лазер. Нет, ну это было бред, потому что оно было ровно на 205. Думаю, в следующий раз я должен быть с Хацкером. Ну? Ну, сейчас. Да я тяни тебе, я лазеру. Синяя 190, желтая 209. Фу, последний. Так, давай, синяя. Синяя 90, желтая 56, фиолетовая 76. Фух. Фух. Так, есть. Network name. Что мне делать? Сейчас, 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 я пытаюсь зайти. У меня нет кода. Так, давай посмотрим, что я могу сделать. Так, код это 800-817-7. Так, пардон, ребят, пока нажимал код, остановили запись. В общем, у нас сейчас виртуальный мир, и нам нужно пройти. Он для меня строит... спасибо. Вот такие заборщики. Вот такие вот мостики. Когда скажу готов, поехали, понял? Сейчас, ну-ка, 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 ну-ка. Пошел. Что? Что так? Что так? Оно почему-то двумя слоями вот так вот. Я знаю, чисто по долине, оно двумя слоями. Пошел. Пошел! Еще! Еще быстро три! Фу! Вот я попотел. Ты попотел! Ты, блин, попотел! Я попотел! Что мне надо? Так, подожди, сейчас увидим. Так, открыть что? Открыть что? Открыть что? Так. Стой, 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 стой. F12. А что я делаю? Вот тут. Все, понял. Вирус геном. Ввести код. А какой код? Так. Visual key. Давай, рассказывай. Сейчас. Рассказывай! Вперед? Я без понятия. Попробуй вперед. Что вперед? А1, А2.
А1 какой? А2? А1 какой? Там палочки как расположены? Так, одна палочка на А3, вот так вот, слева. А1, ничего нету? А1 ничего. А2 что есть? Ничего. А3? Есть. Что? Такая палочка... Крест. Она вверх направо или вверх налево? Вверх налево. Вверх налево. Хорошо, А4. Так, А4 ничего. А Б1? Б1, если честно, без понятия. Вроде есть бы... там что-то или нет на Б1? Там как-то между крестиками есть линия. Между Б1 и Б2? Нет, между Б и С. Понял, хорошо. Дальше. Между B1 и C1 есть линия. Ага. Хорошо, дальше. B2 ничего. B3. B3 вверх-вправо. Вверх-вправо. Наискосок вверх-вправо. Да. B4 вверх-лево. Понял. C1. На C полностью ничего, но где-то между... С2 и 3 и D2 и 3 тоже есть линия. Не может быть. Нет, между С2 и 3. С2? Между D2 и D3. Между D2 и D3 есть линия. Да. Все? Да, все. Вот так. Это легко было. Mission complete. Продолжение следует. Давай попробуем попродолжать. А я могу сейчас хакером стать или нет? Не знаю, сейчас посмотрим. Вот, давай вчера... Character selection? Да, давай. Хорошо, я попробую за агента сходить. Как же это тяжело было. Это было тяжело для нас обоих. Вторая Mission, поехали. Mission 2, надеюсь, она будет полегче. А ничего, что уровни усложняются по экспоненте? Нет, оно не следует. Так, киберубийца, та-та-та, что ли, попадение. А, он внедряет микрочипы в умные очки и стирает личности людей. So our first suspect is Nimbus Web Optics, the manufacturer of the most popular brand of smart glasses in the world. Мы сейчас будем вламываться к производителю очков. You'll infiltrate the Nimbus building and network. Your mission is to access their mainframe server and dig out the engineering records of the microchip. Вломиться в главный сервак и накопать там информации. Ну хорошо, поехали. Блин, походу хакер еще не жалее будет. Ничего себе, тут пиксели красивые. Так. Nimbus Web. Пускай меня. Сейчас я посмотрю, что творится. Так, вот. Get best augmented reality overlays. Ничего не могу с этим делать. Good morning. Доброе утро. Покажите. Покажите мне продажи. Не могу сочетать ваш... Я не понимаю ничего. Я ничего не понимаю. На этаже, да? Да, я на первом этаже, я в лобби, впускай меня. Ты мне, в лифте? Мне нужен ключ, мне нужна ID-карта, взломай это все, пожалуйста. Впусти меня! Меня впусти! Nimbus Web Optics. Флор 1. Ну ты меня впустишь или где? О! Nimbus Web Optics in honor of every data technologies. Где я? Почему тут усатая женщина? О, я бананчик скушаю. Или яблочко, дайте мне чай. Впусти меня! Мы тут уже переночевать, что ли, собрались? А? Папа, лобы? Где я? Я ухожу отсюда, мне не нравится тут. Так. Ну открой мне двери, мне нужна ID-карта, чувак, в лобби, нет, лобби, ладно. Лобби. Флор 1, вот.
Найди меня по камерам, ты меня стопудово видишь. Я тут камеры. У меня огромная черная шевелюра, чувак, вот я стою под камерой. Я в огромных пикселях. На, я тебе лайк показываю, Карл. Я тебе лайк в камеру тычу. О, вот ты. Спасибо. Фух. Открой мне вот эту дверь. Как ее хакнуть? Мне нужен ID. Дай мне ID. Так, сейчас. Камерой ты это не какой сделаешь. Нафиг? Выйди из камер, так. Там есть другие интерфейсы компьютерные. Ты же хакером хотел быть. Вперед. Да тут одни пиксели, почему? Это геймплей за хакера, да, ты сидишь в компьютере. Я сейчас с этой теткой разговаривать начну, без тебя все. Good morning, no ID error. I am Aria, your augmented reader. Без айдишки меня не пускают никуда, чувак, дай мне айдишку. Я пытаюсь разобраться, тут ничего не понятно. Я тут всякие сообщения, картинки людей, папа лобы. Лобопапы, блин. Впусти меня, пожалуйста. Я сейчас, наверное, очень сильно жалею, что у нас... Прошедал коту. Нет, что у нас нет двухэкранного режима, как иногда мы сейчас в Роблоксе делаем. Я бы посмотрел сейчас на твой тупняк, но, блин, я не могу. Нам нельзя. Да, нам нельзя. Пусти меня. Зачем меня пусти отсюда? Чувак. Только ты можешь это открыть, ну... Ты на первом этаже. Да я это уже понял 35 раз, что я на первом этаже. Открой мне дверь, или дай мне ID, или что-нибудь сделай, пожалуйста. Хинтс еще не открыты. Нет, тут люди есть. Сейчас я все разберусь. Сейчас все будет. Мы вернемся после паузы. Короче, народ, мы поменялись. Я принципиально не хотел залазить своими глазами, смотреть, что там у него творится. Мы просто поменялись сейчас агентами, взяли ту же самую миссию. Но только я теперь опять буду хакером. Хотел вам показать геймплей за... Так, employee access. Давай смотреть. Transfer ID. Да как ты это сделал? Держи. Ты будешь каким-то мужиком, не знаю, если тебя впустят. Так вот что надо было, я-то думаю, что он мне наделает. Ну, в Employee Access Surveillance Cams, я хоть сейчас посмотрю на тебя. Я разобрался, блин, за сколько? За секунд 10? Я ничего не понял, там ничего не понятно, я читать ты не зашел? Умею. Да, я зашел. Видишь, сколько я там бился головой? Минут 10? Бился головой, а ты, я тебя впустил за 10 секунд, блин. Покажи эмоцию, иди сюда. Я не умею. Подойди сюда, я тебе сказал, подойди к камере. Подойди к камере. Ты не работаешь, подойди к камере. Ну как? Я не могу. Подойди к камере. Где твоя камера? Вот ты. Подойди ближе. Насмотри на камеру. На вот. Камеру смотри. Нет, смотри на камеру. Я сзади тебя. Ты чё? Сзади тебя камера. Прямо над тобой. Сзади. Я её вижу. Вот ты. Вот. Ну покажи эмоцию, значит. Как? На камеру нажми. О, оказывается, повернуться можно. Вот это тебя и ожидает. Всё. Так, что я тут еще могу сделать? Давай я посмотрим. Я должен на работу прийти. Surveillance cameras. Так, это первый этаж. Ну-ка, а тут что у нас? Назначение. Ну-ка. Погоди. А как тебя зовут? Рэй. Рэй Джонс. А как ID твое? Где мое ID? Как его? Вот сюда. Так, ID 262. Так. 919. Ага. Блин, плохой я работник. Такие себе отзывы. Каунтинг. Да. Сколько сейчас времени? 5 утра.
5 утра? Да, 5 утра. Вот, у тебя на сегодня на 5 утра встреча со счетной палатой. Минуточку, а счетная палата это у нас где? Счетная палата у меня, тут какой-то Стивен Лобланс. Message Boards, погоди. Эдвард Джонс. Мне, я так понимаю, нужно дать тебе назначение, чтобы тебя пропустили. Иди ищи пока что двери закрытые. Так, иду. Чтобы ты понял, куда вообще тебе. Сейчас надо компьютер выключить. Ты на первом этаже до сих пор, да? Да, я на первом этаже вот в компьютере сидел. Ага, так, есть лифт. Так. Ага. Ты на первом этаже? На, я тебе лифт прислал. Так, а где? Так, дверь к лифту закрыта. Надо сначала дверь разблокировать. Так. Appointment only. Appointment? Ага. Мне нужно понять, какой appointment тебе нужен. Хорошо. Пошли обратно к компьютеру. Нет, погоди. А что у нас в бейсменте находится? Камеры наблюдения в подвале. Я ожидал, что я увижу тут другое. Камеры наблюдения в подвале обычно показывают другие вещи. Так, ты на первом этаже до сих пор? Да, я в компьютер смотрю, там по-любому что-то важное есть. Вот, employee access, погоди. Может быть тебя сделать... Sales calls. Sales convert plus claims. Convert. А, погоди, я могу тебе только один ID-шник кинуть. Все, я понял. Вот это твой ID, Рэй Джонс, ты, да, у нас? Да, Nimbus Points 2000, блин, надо было тебе какого-нибудь посерьезнее чувачка. Хотя нет, он серьезный чувачок. Да ты че, у него оценки очень плохие. Работник сразу видно, очень плохой. Если тут... У него Nimbus Points 2310. На мой взгляд, это довольно много. Ну, блин, тут у него оценка 3.7. Если это по 10-бальной шкале... Хорошо, давай. Сколько сейчас времени? 5 утра, 9 минут. Мы 10 минут тут же прождали. Молодцы, они скоро откроются. Скоро у нас закончится время. Так, зато мы поймем, как что делать. International Service. Ну-ка, point message board. Ага. А какое число? Сегодня 16 июня. 16. 2038 года. Блин, аккаунтинг, давай я тебе добавлю Edit Database Ray Jones в куда нам надо? Мне в маркетинг? Точно, Technology Center. Technology Center, так, хорошо, на... Ставлю на 5.30. Ну, так нам надо еще немного... Блин. Так, хорошо, я тебе поставил appointment. На 5.30 в Technology Center. Иди в лифт. О, ты зашел? Да. Отлично. Мне на какой этаж? Сейчас, погоди. WebOptics. Стой. Третий этаж. На третий этаж я не могу зайти, у меня нету пароля. Первый этаж это у нас... Минуточку, сервер же, он находится в подвале, да? Должен находиться. Я на первом этаже, подвала тут нету, знаешь. Тут есть подвал, поверь мне, тут есть все. Тут камера наблюдения, shipping and receiving. Так, погоди. Первый этаж это Service Employees Office, Service Camera Equipment. Так, это не то. Маш, я вызову уже лифт куда-то. Пошли на второй этаж. Пошли. Denied. Лифт вообще какой-то denied. Погоди. Тут есть Serial number. Стой. Какой у тебя serial number? J2. Ввел. Тут не вводить, тут выбирать надо. Погоди. Скажи мне цифры после 7-7. 7-8, это 784-02. Ага.
Так, этаж. А что, так быстро? У меня нету доступа ко второму этажу. Сейчас все будет. Я могу воду попить? Давай. Я что-то мог активировать. Чувак, я на втором этаже сделать вообще не могу, он для меня полностью закрыт. А чтобы зайти на третий этаж, мне нужно ввести пароль, поэтому давай, ты там сам. Или найди, как меня впустить сюда. Ничего непонятное. Пойдем на третий? Пойдем на третий? Пойдем на третий. А как лифт призвать? А, вот. Третий этаж. Донайт. Стой, я тебя сейчас отвезу. Так, ты у нас там был 7... Так, вот этот. Третий этаж. Я вижу. Ехал? Да, приехал. Я тут. Выходи. Дай мне этот пароль на третий этаж. Пароль на третий этаж, он где-то тут. Ищи, ищи, чувак, он мне нужен. О, странное... А, нет, это наушники с RGBI. Так. Network name... 921. 4 должно быть? Да, 4 цифры. А, 921, я понял. Есть? Все, да, я на третьем этаже. У нас тут mainframe network. Нужен IP-адрес. Так, IP-адрес. Есть R&D. Ну-ка, я в R&D сейчас зайду. Network name? Дроны? Стой! Стой! Тебе нужен network name? Пароль интернета. Я тебя впускаю? Я тут вижу всякие дроны. Дроны летают, тебе нужно уклоняться. Я тебе сейчас буду говорить. Сейчас я открою. Погоди. Когда там есть синий и фиолетовый дрон, они у тебя такого же цвета или у тебя просто два дрона? Ну-ка, сейчас. У меня просто летают дроны по комнате. Хорошо. Я вижу цвета. Хорошо, хотя хорошо. Один синими. Да, синий и фиолетовый. Два синих, два фиолетовых, или они по одному просто в разные комнаты? Нет, это по одному. Короче, смотри, дверь перед тобой. Смотри, дрон перед тобой сейчас улетает. Я открываю дверь. Иду. Так. Я не знаю, дрон тебя заметил. Хорошо, пробуем еще раз. Подожди, я тогда... Так. Ты перед дверью? Да, я перед дверью. Сейчас я подожду, чтобы дрон улетел. Подожди. Может, я слишком рано открыл? Да. Прям ровно-ровно перед дверью. Прям дышил в нее. Заходи. Иди прямо. Дверь стеклянная? Нет. Там двери вообще нет, там просто проход? Там есть дверь, но как только к ней подошел, она моментально открылась, и там был дрон. Не надо. Короче, дрон летает квадратом по 4 комнатам. Ты сейчас заходишь в первую. Послушай, когда ты заходишь, комната есть прямо и комната есть направо. Понял меня? Да. Так вот, дрон сейчас... Короче, входи. Иди прямо. Прямо. Тут дверь. Да, пройди через нее, пожалуйста. Направо. Бегом. Слишком рано. Понял? Слишком рано. Там фиолетовый дрон, он должен успеть улететь. Пробуем еще раз. Так, смотри, в чем прикол. Синий дрон, вот этот, который перед дверью, он летает по 4 комнатам и летает по кругу. Фиолетовый дрон, вот когда ты заходишь в первую комнату, заходишь во вторую комнату, да. Идешь направо в третью комнату. Вот в той третьей комнате летают оба дрона. Они там пересекаются в какой-то момент. Так что там нужно действовать осторожно. Ты приседать можешь? Нет, никак. Может, кнопка есть какая-то, но я ничего не... Классный суперагент, который не может приседать. Колени сломаны. Я на костылях. Понял. Тебя кто-то накостылял? Так, хорошо. Значит, слушай меня. Да. Комната перед тобой 1. Следующая комната 2. Комната направо 3. Из комнаты 3 нужно бежать налево. Ты меня понял? Да, ты мои ноги. Понял. Короче. 1. 2. Не подходи к двери, я тебе не сказал 3, я тебе сказал 2. А, понял, все. Понял, все. Пошел. 2. Три. Налево. Я куда-то не туда пошел.
Фиолетовый трон тебя сейчас засечет, я увижу, где ты. Как он тебя не засечет? Слушай меня. Я понял. Нет, слушай меня, слушай меня. Так. Дверь перед тобой, это комната 1. Угу. Пробегаешь дальше, комната 2. Направо. Комната 3. Из комнаты 3 налево. Понял. Это комната 4, но оттуда еще раз налево. Понял. Но дрон должен пролететь мимо тебя, ты должен как-то за стенкой переждать или еще что-то, потому что туда иначе по-другому не войдешь, понял? Понял, давай. Так, стоп. 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 Первая 1. Вперед 2. Стой. 3. 4. Рано. Хорошо, поехали. То же самое, но 4 нужно позже. У него позже. Что? Все глаза пошли. Ну, это как бы не человек. Пошел. 2. Стой. 3. Стой. 4. Ныкайся где-то за стенкой. Он сейчас вылетит, побежишь в 5. Нет, нужно не там, нужно... Дверь, да-да-да, та дверь, откуда он выезжает. Нужно прям за стенкой там где-то быть, я думаю. Окей, я тебе верю. Я думаю. Пошел. 2. 3. 4. Все, ныкайся, где хочешь. А, стой, нам не туда. Там мейнфрейм. Он в 4-й комнате направо. Видишь мейнфрейм? Я все сам сделаю. Коннект. Ты уже зашел? Угу. Я тебя не туда вел. Почему-то я тебя вел в 5-ю комнату. А нам нужно... Там огромными буквами написано мейнфрейм. Кого фига? А, так. О, привет. Привет. Синий курсор. Нет, нам нужно оба. Что ты Иди делал? Сюда. Наведи сюда. А, о, да, так можно? Отодвинь вторую. А, нельзя, я понял, я его должен держать. Хорошо. Давай следующую. Это весело. А как? Быстро вторую. Там дважды нужно. Дважды! Дважды, Карл! Это уже на тебя. Ох ты, я Погоди, понял. Да. Это... Погоди, держи вот эту. А, нет, это прям по цветам. Да вы издеваетесь. Так. Скорей! Скорей! Да ну скорей! Зачем ты это стал-то дергать? Я ж тебя держал, чтобы ты третью отодвинул. Так. Быстро! На миллиметрике просто. Так. Выше, ну выше проведи! Фух. Ты еще такой вниз начал колупаться там. А че, весело? Так, открыть дверь. Вломиться в главный нетворк? Это мне нужно сделать? Тебе нужен IP-адрес? Да. Стой. Где это было? Черт. Это было на третьем же этаже. Mainframe Network. Да, IP-адрес. Давай, печатаем. 193. Да. 129. Так. 146. Так. 251. Ага, хорошо, поехали. Open the door. Если сейчас опять придется по вот этой фигне бегать, я вам не Дроны? Знаю, что сделаю. Нет, по белому если придется. Что? Ты кто такой?
Проанализировать фаервол, ну-ка. Фаервол. Стой, 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 стой. О, тут еще много всяких. Subtype. Пол солнца. Я понял. Короче, смотри, слушай, слушай, слушай. Тебе нужно солнце с шестью треугольничками внутри полностью белое и одна маленькая половиночка черненькая. Понял. Нашел. Давай. Disable? Да. Ну? Cancel? Ну да, тут другого нету. Ну? Disable? Да. Continue? Нет, тут только... И continue. Спасибо. О, скоро встреча будет. Уже там три вещи надо было сделать. Первое фаервол, второе. Так, что второе? Сейчас посмотрим. Антивирус, Нет, да? Мне надо тыкнуть сюда? Давай. В смысле? Ну-ка, что это делает? Клик to enter. Так, погоди. Я не понимаю. Я пытаюсь разобраться, подожди. Тут есть белое. Кнопочка delete и кнопочка restore. Без понятия, что делать. Тут у меня двое белых ворот каких. Так, по-моему, я в эти же входил. Значит, мне не сюда. Мы сейчас посмотрим. Назад. Направо. Ты видишь, как я поворачиваюсь? Лево-лево. Попробуй налево. Налево стенка. Направо. Погоди. Белые ворота, черные ворота. Что ты видишь? Объясни мне. Я... Что ты видишь? Цвета, различия. Как ты? Ты видишь, так, как я поворачиваюсь? В котором ты оттуда, куда ты, откуда туда ты пришел, там какая-то черная фигня. Фиолетовый больше, да? Ну и что, мне туда? Нет, это стенка вроде. Назад. Сюда? Ну да, да. Сюда? Да. Ты видишь, как я поворачиваюсь? Нет! В этом-то и дело. Передо мной три входа. Вот я сейчас стою, ровно передо мной один, справа от меня один и слева от меня один. Слушай, ты как... Куда? Полностью туда, куда ты шел. Я не знаю, куда я шел. Это лабиринт. Ты меня должен вывести. Назад иди. Все, поворачивай. Я не знаю, где назад. Шаг назад сделать. Я не знаю, где назад. Я тебя назад. Свои я не знаю. Я тебе объясняю, где назад. Потому что тут три портала. Я не знаю, посмотри с которого я вышел. Стенку. Смотрю на стенку. Налево. Так. И там проход. Хорошо. Иду. Проход. Теперь куда? Черная дальше. Стенка передо мной. Передо мной черная стенка. Так, есть. Направо смотри. От черной стенки направо? Да, черной стенки направо. Идти туда? И проход. Иду направо от черной стенки. Так, передо мной черная стенка. Налево? Налево и назад есть. А, направо, направо. Направо нету. Направо белая стенка. Налево и назад, что ли? Есть черная стенка. Прямо за мной проход и налево от меня проход. Налево от тебя проход. Да? Ну да, сделай шаг туда. Да, вот сюда, дальше. Куда? Направо от черной стенки. Иду. Так, передо мной черный от проход. Налево от черной стенки. Налево, да? Да, налево. Сделай шаг. Да, вот так. Так. Теперь полностью назад от черной стенки. В противоположную сторону? Да, в противоположную сторону. Хорошо. Справа от черной стенки. Сколько там еще идти? Совсем немножко, вот ты пришел. Куда? Ты на зеленой фигне какой-то. Ну-ка, давай ты твой рессор. Спасибо. Ва. Фух. У тебя, наверное, все тяжело было. А если... В следующий раз ты играешь за Хацкера. Окей. Но я-то уже... Ва. Что надо? Ресеты. Анализировать угрозу, так. Треугольник с тремя кружочками внутри. Треугольник и три маленьких кружочка внутри. Ковальский, анализируй ситуацию.
Ну что, похоже, это было все. Там должно было быть три вещи. Анализирую угрозу. Треугольник с огромным кругом сверху. Быстрее, только 6 секунд. Сейчас это будет... Нет, кстати, все. Через 3 секунды заходим в мейнфрейм. Я могу идти по этому? Где? Я не понимаю. Мейнфрейм контроль. Нет. Сканировать. Копировать. Transfer the microchip records. Confirm. Let's wrap this up. Запросить выход. Warning power. Ну да, тыкай что-то. Partner waiting extraction. Ну да, я жду, чтобы меня вытащили. Ты должен что-то сделать. Экстракт. Экстракт. О, отлично. Oh no, we're detected. О, нас поймали. Вывести тебя отсюда? Откуда тебя вывести? Где ты? Что? Иди в лифт, быстро! Да, вниз! Вниз, тыкай! Молодец! А ты не такой тупой, как я думал. И тут лифт застревает. Так, стой! Какой у тебя этот ID, serial number? Вот этот, по-моему. Я без понятия. Так, ты в лифте? Ты в лифте? Я в лифте, вниз. Я в подвале. Ты в смысле в подвале? Я тебя на первый этаж отвез. Это не ты был? Без понятия, я зашел в какой-то странный лифт, я не... Зачем? Бейсменте. Так, хорошо. Тут basement. Огромный лазер странный. Стой, бейсмент. Я захожу. Surveillance cameras. А, тебя вывести надо. Сейчас я попробую вывести. Итак, это ты здесь, да? Manual override. Так, я. Это я машу лазером. А, это ты? Я-то напугался. Что ты делаешь? Стреляю, тут сказано. О, стрельни сюда, вот тут вот, там, где замки такие. Я стараюсь повернуться сейчас, подожди, это не так быстро все. Где ты? Давай, download. Отойди, я не знаю, какой у него разлет. Loading, extermination. Electrical. Relay. Вот. Туда, куда я стою, выше от меня. А нет. Я должен... Ты увидел, что я вижу. Я не вижу, у меня все черно-белое. Видишь меня? Тебя-то я вижу, я сейчас пристрелю тебя. Я смотрю вон туда и наверх. Стреляй в ту стенку, куда я смотрю, наверх. Повыше. Ты выше не можешь? Повыше. Да, вот так, молодец. Понял. У меня ничего там не было, вообще пустая стенка была. Ищи еще. Вот сюда, куда я смотрю, ровно сюда. Я тебя сейчас найду, погоди. Понял. Молодец. Вали оттуда. Соберите меня. Ух, Спектр. Ачивка приехала. Тяжело и весело. Пожалуй, да, это то, что я могу сказать про эту игру. Тяжело и весело. Сайфер. Mission complete. Ладно, ребятушки, я думаю, что на этом тогда будем заканчивать. Две миссии мы вам показали. Трудности коммуникации полнейшие. Но когда в первый раз... Смотрите, задания не повторялись, но когда в первый раз это видишь, то такой прям шок. Когда уже на вторую миссию идешь, ну да, кот не разобрался с хацкером. Полностью. Но, в принципе, было уже легче. Мне лично для понимания было легче, что и как делается. Так что, не знаю, нам очень понравилось. Ну, ладно, мне, я не буду говорить за нас обоих, ты сам скажи. Мне очень понравилось, это да, прикольно, значит, бегать везде. Значит, нам очень понравилось. Зато я реальный человек, в отличие от некоторых. И слушайте, это получается полнейшая реиграбельность. Да, ты покупаешь две игры, но по сути в каждой игре у тебя у самой есть две игры. То есть ты можешь полностью пройти игру за хакера и полностью пройти игру за агента. Это очень весело, очень прикольно, потому что геймплей очень сильно отличается. И ты потом не будешь знать точно, что делать, даже если ты уже проходил эту миссию за другого персонажа. Как по мне, очень фаново, очень классно. Рекомендуем? Да,
Да, рекомендую. Очень рекомендуем. Кстати, спасибо Пика за то, что нам порекомендовал эту игрулину. Очень крутая, очень классная. Прохождения на канале, наверное, не будет. Мы будем в это играть, пожалуй, сами. Это будет у нас посмотряшка такая небольшая. Но очень классно. Не знаю, я в восторге, мне понравилось. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.